Сегодня в Чебоксарах состоялось открытие мемориальной доски на доме, где проживала знаменитая чувашская писательница Мария Ухсай, супруга известного поэта Якова Ухсая. Мария Дмитриевна в 1940 году приехала в Чебоксары. С 46-го стала писать. А в 58-м избрана членом правления Союза писателей Чувашии. Мария Ухсай – автор романов, драм и рассказов на чувашском языке. На русском наиболее известны «Буйные ветры», «Рассказы» и «Симбирские колокола». Что мне хочется сказать? Я надеюсь, но я счастлив, что вот я прикоснулся, что ли, вот к произведению этого великого, выдающегося человека. И очень хочется надеяться, что и в дальнейшем наш театр не раз обратится к произведениям и Марии Дмитриевны, и Якова Гавриловича Ухсая.